Добрый день, дорогие друзья. Павел Марциненко, Флорида, Мультирелтор Мургич, ваш риэлтор во Флориде. Разберем сегодня еще один вариант. Цена дома 215 тысяч. Это таунхаус. В закрытой комьюнити, там есть ворота. Нужен код специальный или позвонить можно хозяину, он вас пропустит. Здесь 100 квадратных метров. Сейчас пойдем внутрь. Заходим, это прихожая, и сразу кухня, и пол туалета сразу здесь. В кухне можно поставить стол. Очень хорошо, хорошо сдается эта квартира. Здесь ланромат. Здесь можно поставить стол, а также дайнет. И также здесь living room, ставится диван и здесь телевизор. Также есть веранда, выходит на маленькое озеро и кладовка. Это первый этаж. На втором этаже две спальни, два туалета. Я на втором этаже. Так, первая спальня с туалетом и ванной, один умывальник и вторая спальня с большим клозетом, клозет и тоже ванна, туалет, один умывальник. Выходит на вот такое озеро. В комьюнити есть бассейн и ассоциация. $305 в месяц. Включается все, вплоть до крыши, все обслуживание outside. Там, если нужно помыть что-то, постричь траву, это все включено. Также включается страховка на все дома внутри комьюнити. Если есть вопросы дополнительные, звоните мне напрямую. Мой WhatsApp и телефон 904-859-5002. Ваш риэлтор во Флориде. Этот дом можно сдавать за примерно 1850 в месяц на долгосрочную аренду. Всего хорошего. Увидимся, пока.